Продовольственных, наверное, да, только не совсем большое количество, как нам видится, местных товаров наших производителей региональных. Второе, наверное, не могу сказать, хорошо ли это, плохо, но чересчур большой ассортимент алкогольной продукции. То есть он значительно отличается, так сказать, от ассортимента других товаров. Ну, исходим из того, что, наверное, спрос как-то формирует данную ситуацию. Но мы также еще увидели хлебобулочную продукцию, которая производится в Тверском регионе. Молочной продукции тоже, так же, как и мясной, было не совсем, так сказать, в большом количестве представлено местных производителей. Поэтому будем ориентировать наших коллег, чтобы они более активно работали с магазинами шаговой доступности. И также овощная продукция, которая у нас производится, тоже считаем, что должна иметь достаточно хорошую перспективу в этих магазинах.